Православный поклонный крест уничтожили в русском Стоунхендже на острове Веры на озере Тургаяк в Челябинской области, сообщил Интерфакс. По данным интернет-пользователей, крест исчез накануне Рождества. На 40% площади острова располагается множество археологических памятников. Это многочисленные поселения каменного века, включая стоянку неандертальцев, остатки старообрядческого скита, древние каменоломни и менгиры, вертикально поставленные камни. Как в свою очередь пишут местные СМИ, это место облюбовали язычники, которые устраивают там жертвоприношения, в то время как христиане устанавливают кресты, периодически подвергаемые вандализму.